Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. И сразу же, ага, подожди-ка секунду, давай-ка здесь заберем реворд. Открыть колоду. Так, ну это мы с тобой сейчас быстренько сделаем. Забегаем в магазин, открываем колоду и смотрим. Так, крысиный король. Так, точно. Теперь нам нужно найти на супер шредера определенные вещи, да? Кстати, уровень ему можно пропать? До 75-го? Конечно. Так и поступим. Значит, 6 комиксов. Ну-ка, поехали. 6 комиксов. Вот комикс варвар. Нам нужен, да? 6. Так, 2 штуки уже нашли. Блин, надо еще 4 попробовать найти. Ага, 3. 4. Так, еще 2 комикса и будет хорошо. Но мне пока выпадают палочки для еды. Ну хорош, ну 2 комикса. Так, последний комикс. Но нет, выпадают только лишь палочки. Все, ребят, нашли. И здесь надо еще посмотреть. 10 пультов. Ё-моё. 10 пультов. Так, у нас с тобой 71 телепорт. Давай попробуем. Так, раз пульт. 2 пульт. А, 3 пульт. Так, переходим сюда. И началось, да? Мутаген 1. Данные кренгов. Как всегда, ребята. Ага, 4 пульт. 5. Может быть, успеем все-таки? 6. 7. Так, пошло вроде бы дело. 8. 9. А на 10 у нас не хватит с тобой пиццы, да? Может быть, здесь? Попробуем? Нет. Прикинь, одного пульта не хватило. Да как так-то, друзья? Ну как так может быть? Ладно. Ну, не хватило. Что я могу, ребята, сделать? Ничего. Забираем с тобой награды. И бежим прямиком куда? Ну, естественно, на арену. Так, секунду, у нас еще есть магазин. В магазине я хотел посмотреть вот здесь, во-первых. Во-вторых, по жетонам. По монетам у нас отлично. Так, где у нас Аллапекс? Приобретаем. И по жетонам у нас 845, отлично. Мы с тобой собираем на Рафаэле. 88 ДНК из 100. Отлично, 12 ДНК находим и прокачиваем. Ну вот теперь уже действительно идем с тобой на арену. Так, как ты видишь, я в Лиге Сёгунов 2 звезды. И ранг у меня 67. Значит, нам придется с тобой как-то подниматься все выше и выше. И начнем мы, наверное, с Дана. Поехали. Так, я смотрю, здесь уровень 53-55. Так, Лео, подожди секундочку. Давай-ка мы сделаем с тобой как в прошлый раз. Будем играть, ну, практически на равных, да? То есть я возьму Ваньку. Возьмем Муху. Возьму нейтрализатора. Так, ладно, пускай будет Паукус и Тимати. Тимати, почти говорю на равных. Тимати 70 уровня, да, против 53-го. Почти на равных. Подумаешь, там 20 уровней разница. Так, ну что, Паукус, поехали. Меткость понизили, отлично. Так, давай теперь крик души. Даже кого-то уронили. Так, естественно, нужно подбить Эйприл. Ух, это большая была ошибка. Большая ошибка позволить это делать Мухе. Этот бафает. Ну, Ванюш, ты-то не подведешь нас? Ванюшка слабоват. А вот нейтрализатор точно не подведет. Добиваем. Все, ребята. Ну, вот такие вот бои, я тебе серьезно говорю, не советую делать на свой страх и риск. Лучше все-таки бери свою имбу. Фиг с ним, что ты там много не доберешь. Но главное, ты 100% будешь уверен, что тебя не забомбят. Как ты видишь, у меня 51 ранг. Это только начало. Так, Альфреда. Ну что же, давай начнем с Альфреда.
60 уровень практически, да, у нас противник. Берем, короче, с тобой Шархана сюда. Карайку. Тимати. Возьму Рафаэля и... И Змейка Вьюна, да, наверное? Да. Опять же, не буду рисковать. А потом, кстати, мы могли бы, знаешь, что с тобой сделать? Взять Леонардо. Отыграть им, да, с помощью маленьких еще, да, наших дополнительных героев. А потом играть вот этими вот командами. Но там, мне кажется, уже будет уровень слишком высокий, и они не справятся. Так, Майки понизил атаку всем. Это чертовски плохо. Так, Тимати сделал броню. Так, остаются Леонардо и Донателло. Ну-ка, проверим. Круто, Рафаэль справился. А Донни все не угомонится. Ладно, пора и с ним завязывать. Карайка, как так-то? 70-й уровень. А, ну понижение атаки. Тогда да. Тогда есть шанс, как говорится, не добить. Но, как ты видишь, с Тигром такая штука не прокатила. Он все-таки накостылял Донателло, и мы с тобой идем дальше. Так, смотрим, куда мы переместимся. 34-я позиция. Ну что же, ребята, думаю, еще боя 3, и мы уже будем с тобой, хотел сказать, в мастерах. Нет, не в мастерах, конечно же, а будем в Лиге Сёгунов 3 звезды всего лишь. Так, ну что, здесь я беру Леонардо. Тихо, Майки, успокойся. Раз, два, три. И Шредера. Вот так вот, кстати, тоже не советую делать, потому что Леонардо может здесь не справиться. Один. И Шредер ему здесь тоже вряд ли поможет. Ну-ка проверим. Опачки. А так если... Давай, Шредер, вся надежда на тебя. Это крупно нам повезло. Стоило бы ему сейчас промахнуться, и, скорее всего, упал бы либо Мондо Гекко, который тоже слабенький, да? Или же, кто у нас там еще был? Кирби. Да, 52 уровень. Потому что, ну вот кажется, да? Че там, вроде бы уровней 10 разница. А на самом деле противник, если он с прокачанными скиллами, он может просто наказать. Так, ну что, почему мне дают 15-20? Вот, 16-21, это по мне, это Руслан. Ну что, Русланчик, давай, берем откат. Берем сюда Майки. Еще Майки ролевого, плюс Леонардо. И ко всему прочему возьмем Сплинтера. Но опять же повторюсь, у Сплинтера нет массовых атак. Поэтому его брать в связке с Леонардо тоже как бы не рекомендуется, если честно. Единственное, что может нам помочь, это уклонение не будем делать. Давай, наверное, знаешь, что сделаем? Пропишем с тобой Эйприл, хороших люлей. Теперь Леонардо. Кого-то вырубит, кого-то нет. Ага, а вот здесь проблема, ребята. Нам нужно, наверное, все-таки Бакстера Стокмана попробовать завалить. Ну-ка. Есть. Лео. Блин, сейчас что-то будет. Фух. Слушай, нам просто фартануло. Нам просто с тобой фартануло, что Леонардо не стал делать пробивающий удар, который мы знаем, что он очень жесткий. Так, тихо-тихо-тихо, Донни. Фух, Майки, молодец, выдержал. Что-то я сегодня прям, знаешь, на это, на грани хожу, пострию. Знаешь, такой адреналинчик легкий. Ну ладно. Ну что, давай продолжать бои. Так, мы с тобой уже в Лиге Сёгунов 3 звезды, прекрасно. Продолжаем с тобой дальше. Сегодня будет у нас девичья сила в испытании. Будем проходить с закрытыми глазами. Но я тебе говорил, для чего мне нужно именно это испытание. Только ради трех ДНК. Раз, два, три. То есть это нужно на Шинигами, на Алапекс и, конечно же, на Кунаичи. Вот и все, только ради этого я пойду. Ну что ж, давай делать вертушку. Я думаю, что Супер Шредер... Да, до него даже очередь не дошла. На самом деле я хотел, чтобы он эту волну пустил. Уж больно имбовая это, конечно, супер ударка у него. А если ее прокачать, все просто будут пищать. Ну что, мы сегодня доберемся с тобой до Лиги Мастеров
две звездочки. Как ты думаешь? Я думаю, доберемся у нас с тобой 30 откатов. Так что этого вполне хватит. Ну что, берем с тобой, наверное, Мигеля. Опять же откат по Леонардо. Так, Армагон, подожди. Ну, может быть, Зека взять, а? Что-то я как-то не уверен, что Зек один справится здесь. Давай, наверное, вот так сделаем. И двух слабых. Вот таких вот. Хотя могли бы мы с тобой немножко попроще сделать. Просто брать Леонардо вместе с Усаги. Всем тут раздавать люлей. И при этом отыгрывать слабых персонажей. Ну, короче, стандарт, как мы с тобой обычно и делаем. Ну что, Лео, положишь? Всех уложил. Сегодня Леонардо у нас в ударе. Он у него сегодня все хорошо получается, как-то посмотри. Что не будет, так все лежат. Так, двигаемся дальше. Так, 75-я будет, да? Ух ты, 68-я даже. Это меня утешает. Так, мы здесь с тобой возьмем, наверное, Кристиана. Лео. Так, Джастин. В принципе, Лео и Джастин нормуль. Или риски? Нет, по-моему, нормально, да, будет? Ну, и если не будет нормально, то готовимся кого-то потерять. Ну-ка, Лео, давай. Да, он сегодня действительно хорош. Я не могу ничего сказать. И возразить ему тоже не могу. Поэтому сразу идем с тобой на следующий поединок. Сегодня, кстати, можем пройти смятение из другого измерения. Там как раз у нас, ребята, осталось, по-моему, 4 или 5 боев. Ну что, 53 ранг. Так, определяемся. Это у нас Карлитос. Ты понял? Это у нас Карлитос. 66 уровень. Это еще терпимо. Это еще очень даже терпимо. А вот единственное, что сможет ли Донателло пробить наших врагов. А сейчас увидим. Ну-ка, давай, Лео, отжигай. Нам нужно добить слэша. Тихо. Видишь? Вот она, ребята, опасность. А теперь вот, как вот делать, а? Пробьем или нет, как думаешь? Упс, и мы с тобой теряем. Ух. Стоп, 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 подожди, может быть, не теряем все-таки. Ну-ка, влупи. Трындец, ребята, вот это я, да. Вот это я пужанулся, ты видел? Когда слэш стал делать круговую свою атаку, я думал, все. Сейчас тут все полягут, кроме Донателло и Леонардо. Ну, все выжили. Видимо, у слэша этот скилл был не прокачан, скорее всего. А так бы действительно полегли бы. Ну что же, у нас с тобой очередной бой. Так, давай-ка мы, наверное, обновим. Че, вы мне не хотите давать 22 кубка, да? Я так понял. Вот, есть, есть, ребята. Это у нас Глория. Так, Лео в откат. Подожди-ка. Возьму, наверное, сюда Армагона. Фу ты, Армагона, господи. Рокзара, конечно же. Раз, два, три. Че-то я сейчас взял, а сам про себя сижу и думаю... Это ж надо было так вот сглупить. Взять Рокзара, когда здесь, извини меня, хилка, блин. Плюс еще столько массовиков-затейников. И я уронил только лишь морозильную кошку. Молодец, Рэй. Круче тебя просто быть, блин, не может. Ну что, сейчас нас тут разберу, скорее всего. Так, бросает свои саи. Ох, нич. Ты, фига ты вжарил. Эй, парень, ну-ка, давай, Донни. Смешил, блин. Я не знаю, что делать. Давай попробуем так. Бросаем свой холодильник, но этот скилл не прокачан. Как быть-то? Я не знаю. Просто не знаю, что делать. А, они все под защитой еще стоят, под усиленной. Вот оно что. Я думаю, что за фигня? Ничего. Может, хильнуться лучше, а? Давай-ка лучше хильнемся с тобой. По крайней мере, Рокзар хильнется хотя бы. Так, а вот теперь мы будем с тобой мстить. Трындец, ты серьезно, блин?
Это что там у него за защита? Кто, кстати, повесил защиту ему? Ты не помнишь, нет? Я вот не помню. Так, раз Рафаэль такой сильный, надо его отсюда убирать. Так, Дуни тоже убираем. Донателло, да? Ну-ка. Крит-атака. Ну-ка, брось свои саи в него. Промашка. А так, если... Короче... Давай его пробьем. А здесь можешь вырубить? Да, ребят. Ты видел, когда Рафаэль бросил свои саи именно в нашего Рокзара, сколько он отнял здоровья? И это был 68 уровень. А Рокзар у меня 80-й. Обалдеть, вот этого я просто не ожидал. Ну что же, 24-й ранг. Поехали. Что-то я, мне кажется, дорискуюсь сегодня здесь. Добалуюсь. Угу. Значит так, у нас с тобой ноунейм. И есть Педро. Ну давай возьмем Педро. Так уж и быть. Так, Лео, возвращайся и, наверное, возьмем с тобой Железноголового. И ко всему этому раз, два, три. Так, массовики-затейники, кто у нас? Рафаэль. Рафаэль. Два Рафаэля. У них есть массовые атаки, причем довольно сильные. Особенно, если брать в расчет оригинала. Этот-то, конечно, может так вжучить, что мало не покажется. Ну, я надеюсь, сейчас Лео потом сразу же будет в плане. У Алапекс, она... Ты посмотри, у нее 50 уровень. У Железноголового 80. И Алапекс переплюнула его по инициативе, ребят. Вот это да. Вот... Тихо, ё-моё. Фух. Да ну. Выжили все, ты прикинь. Ё-моё, я уже какой 4-й бой, по-моему, уже на таком риске нахожусь, что вот-вот кто-то погибнет. Но выживаем, как ни странно. И это прекрасно, ребят. Вы не думайте, что я жалуюсь, я наоборот удивлен этому. Только вот я не думаю, что мы сегодня с тобой дойдем до мастера 2 звезды. Судя по тому, как мы с тобой двигаемся, продвигаемся. Ничего хорошего нам не сулит. Так, что у нас там? Томар. Ладно, берем с тобой Томара. Здесь я возьму все-таки Армагона. Раз, два, три. И вот здесь вот с тобой абсолютно без риска мы проходим. Ты спросишь, почему? Ну, потому что, во-первых, эти два персонажа имеют хорошую инициативу. Я имею в виду Леонардо и Армагон. Плюс Армагон очень силен. Я вот не знаю, мне кажется, по дамагу он, наверное, один из самых сильных по урону персонаж. Может быть, еще, конечно, и Супер Шреддер, если прокачать полностью, да, ему до 7-й ступени. А там уже, конечно, можно было бы и сравнить, у кого все-таки сильнее дамаг. Ну что же, в Лиге Мастеров мы уже с тобой находимся. Теперь нужно как-то продвинуться, попытаться. Так, и я возьму, наверное, Марка. Два оригинала, это, конечно, плохо, но лучше мы с тобой сделаем так. Рафаэль плюс Бакстер Стукман. И с ними мы берем Раф, Раф. И все. Крэнк пока посидит, отдохнет. Ну что же, давай пробовать. Так, вертушка. Да, тут и пробовать не... Можно было и не пробовать. Ты сам прекрасно все видишь. Разносим только шорох. Сейчас, что он делает? Иммунку. А мог бы бросить бомбочку на самом деле. Но тогда получи. Зря ты так делаешь, парень. Ой, зря. Отлично. Сейчас у нас пойдут с тобой большие траты, знаешь чего? Откатов. Потому что мне придется сейчас брать Усаги и Леонардо. По 2 отката на каждый раунд, чтобы перейти, естественно, в мастер 2 звезды. Так, давай-ка возьмем, наверное, Джоша. Давай возьмем Джоша, так уж и быть. Усаги плюс Лео, и вместе с ними пойдут в бой кто?
Крэнк, Майки, Майки и все. Два Микеланджело, один ролевой. Нет, это не ролевой, ребята, это Майки видение, да? Это Майки видение и Майки космос. Влупляем. Трындец, Усаги сегодня тоже хороший. Ты посмотри, как он звезданул. Всех уложил. Блин, а я так хотел крэнгом хотя бы ходик сделать. Что в тот раз не успел, что в этот раз не успел. Ладно. Ну что, куда мы с тобой перемещаемся? 64-я позиция. Ладно. А дадите мне 23 кубка или нет? Или вам жалко? Ну, конечно же, им жалко, друзья. Рэй, ты прикинь? Ха. Так, хорошо, давай. Рэй. Так, подожди, что я тут ищу-то? А, персонажи, где они у меня тут? Слэш, Кожеголовый и Шреддер. Так, давай-ка. Пропишем сейчас щей, люлей. Так, Усаги наяривает. И, ну, ребята, они все трупики. Кроме, конечно, Майки. Потому что Майки, ну, я имею в виду, если бы сейчас был бы их не ход. Потому что у Майки не было постепенного урона, не висел он на нем. Да он вряд ли кого-то бы здесь уложил. Хотя, 40, какие там, 43-й и 45-й уровни. Да, 45-й, скорее всего, он бы мог бы ушатать. На 65-м уровне-то, да? Но этого, как всегда, не произошло. Так, ну что, у нас уже полтинник с тобой. Давай продолжать. Так, обновить. И это у нас Бен. Бен, давай. Берем с тобой, опять же, именно Усаги с Леонардо. 72-й уровень, кстати. Хм. Уже, так скажем, критично, на самом деле. Уже критично, потому что, ребята, можно, ну, не добить их. Элементарно, и все тогда. Поехали. Опа. Ну, единственное, что у Рокстеди. Хотя, мне кажется, он не выживет. Постепенный урон. Вот тебе и эффект. Отлично. Так, 50-е место было, я надеюсь, мне дадут сейчас 38-е, там 35-е, 36-е. Пожалуйста, плиз. 37-е, окей. Значит, получается еще 3 боя. 3 боя, это еще 2 отката. Это еще 2 отката. Да хватит нам. Если честно, нам должно хватить. Блин, уровень, правда, 74-й уже. Раз, два, три. 74-й. На 76-м уже, ребята, начинаются опасные такие моменты. Опять же, если Усаги не вешает постепенного, да, кровотечения, то чревато все будет. Вот здесь все идеально. Вообще идеально, потому что, ну, если даже кто-то не упадет, ну, ты сам понял. А вот если бы на нем не было бы, он бы с удара бы снес того же самого Пиццелицева. Просто туф, и он бы отлетел бы обратно в свою пиццерию. Так, ну что, 23 место у нас, и это круто. Так, наверное, надеюсь, еще на 2 боя все-таки. Дать, вот. Вот, это у нас опечата. Опечата. Опечатка, что ли, какая-то? Или что? Опечаток. Отпечаток, елки-палки. Ладно, шутки в сторону. Поехали. Кстати, если мы с тобой Рафаэля прокачаем, да, уровень, то у него будет 5-я золотая звезда. То есть фулка, получается. По звездам именно золотым. Там уже только переводится в высший ранг. Это именно платиновый. Так, ну тут тоже все великолепно, как ты видишь, да. На всех висит урон. И Леонардо добивает. Надо же. Майки, ты прикинь, вот этот малыш подбил 79 уровня персонажа.
Прикольно. Точнее, не 79-го, а 73-го. А сам он был 40-го. Так, ну что, место, наверное, будет 10-е, 8-е. Прекрасно. Ну что же, а у нас с тобой, значит, последний бой на арене. Тихо, нет, 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 не то я взял, ребят, там Майки был. Я с Майки не хочу, ребят. Он, как всегда, если он сделает свое уклонение, все. Не достучишься, как говорится, до врагов. А Пит, если честно, влез без очереди. И я ему не позволял. С какого перепуга он лезет? Так, ну что у нас тут? Кролики с тобой. Почему они называются кролики, ребят? Если это маузеры, видимо, опять же, пасхальные кролики, да, хотели сказать? Скорее всего, так. Ну-ка. Вот здесь опасно, ребята, Донателло. Но он упал. Обычно он выстаивает. Причем при таком уровне, при своей защите и броне, он выстаивает, а тут упал. Значит, нам крупно повезло, и мы с тобой переходим в Лигу Мастеров 2 звезды, друзья. 95-я позиция. Так, ну что, на сегодня мы с аренушкой заканчиваем, да? И переходим с тобой в испытание. Девичья сила собственной персоны, которую мы с тобой проходим просто, ну, с закрытыми глазами. Я по-другому уже не могу сказать. Без всяких проблем, без всяких хлопот. Если бы здесь все персонажи были бы, которые у меня есть прокачанные, то я бы сюда даже бы не шел, поверь мне. Но так как мне нужно 3 ДНК, Алапекса, Шинигами и Кунаичи, мне приходится, ребята, это проходить. Несмотря на то, что я даже с лихвой и очень легко, как говорится, и безмятежно прохожу. То есть на одном дыхании. Так, минус. Минус. Уничтожил. Да. Без проблем, ну сам видишь. Ну тут еще не забывай первый уровень. Да тут хоть первый уровень, хоть седьмой уровень, они все равно для меня будут ватными. Потому что, ну потому что. Так, получили с тобой ДНК на Карайку. Следующий у нас идет с тобой ДНК на Эйприл О'Нил. Давай-ка отдубасим их. Эти дроны, да? Никчемные. А внутри у них сидят маленькие вот эти вот кренги. По-моему, вот это вот тоже у нас училки. Они тоже вроде бы роботы. Вон тараканы ползут, видишь, бегают. Противные личинки. Кстати, один из таких тараканов попал в мутаген и превратился вот в такого. Только вот спросишь, почему у него глаз там красный? Потому что Донателло к спине прикрепил ему камеру, да? И хотел сделать из него типа машину для слежки. Но этот таракан упал в мутаген и превратился вот такого вот, как бы тебе сказать, получеловеческого таракана. И вместо глаза одного у него была вот эта вот как раз камера. А после того, как они еще раз, ребята, попали в мутаген, они превратились вот в таких вот, как их называют, тля. Личинки, бабочки, фиг знает, как это называть, вот они. На тебе. Так, у нас тут с тобой 3 волны до сих пор идет, да? Во, как я ненавижу противные грибы. Значит, если они появились здесь, они так и будут нас с тобой преследовать до конца, получается, да? Так, ну что, у нас тут морозильная кошка. Плюс карайка. Ну, это все на изи разбирается. Так, кстати, у нас для второго канала вышло обновление по игре Армия Зомби 4. Я еще, правда, не смотрел, друзья мои, но уже скачал. Насчет Хитмана, честно говоря, что-то у меня даже душа не лежит в него играть. Я, если честно, ни в одну из частей не играл. Хотя в какую-то играл, но это было очень-очень давно. Возможно, даже в самую первую. Ну, как-то меня не прикалывает. Но зато в скором времени выйдут довольно неплохие новиночки. Особенно в Эпик Шторме я посмотрел. А в Стиме почему-то пока тишина. Ничего хорошего не выходит. Так, ну что, друзья мои, четвертая. Четвертая же волна? Четвертая, так.
Здесь уровень бойцов 45, поэтому разбираются они так же легко и просто. Все. А, нет, ребята, какой все? У нас же здесь, ну да, Ирма. Такие легкие, вон там, видишь, у нее висят. Вон они, мешочки. Так, все, одного удара было достаточно. И Ирма сложилась. Интересно, а в современных мультиках Ирма присутствует или она только лишь в старых? Знает кто-нибудь это? Ирма немножко чем-то вот похожа на Бакстера Стокмана, да? Вот ты заметил? Может быть, это ее батя? Не, вряд ли это батя. У Бакстера Стокмана не хватило бы на этого ума сделать ребенка. Он шизанутый на своих изобретениях. Так, ну что, врубаем автобой. Так, тут отлично все, ребята. 50 уровень противника. Кстати, здесь у нас уже с тобой разыгрывается ДНК на Алапекс. Как раз этот персонаж мне и нужен. Потом Шинигами. То есть уже с тобой близимся к финалу. Но волны уже тут 4. Даже несмотря на то, что здесь, по-моему, босса нету. Просто прибавляется волна. Так, возможно, сегодня мы еще поиграем с тобой, знаешь, во что? Не буду точно утверждать, но, скорее всего, в Angry Birds Epic. Давненько просто не были. Хотя, не знаю, ребята, у меня там стоит 3 игрушки на рендеринге. И, возможно, Epic будет у меня лагать. Я не люблю, когда лагает. Я просто вижу, что черепашки вроде бы немножко подлагивают, но идут еще более-менее. А вот в птичках там немножко все похуже обстоит. Так, ну что, лисичку мы с тобой заработали. Теперь отправляемся за Шинигами. Поехали. Видишь, я... Зато есть один большой плюс, ребята, да? Пока мы с вами проходим это испытание, я могу с вами спокойненько пообщаться. Кстати, нужно будет как-то еще снять в ближайшее время серию по Castle Storm. Уже давно не выходила, ребята. И знаешь, что самое интересное? У меня на канале уже выложено, но на втором моем, 3 серии по Days Gone, да? Жизнь после. Но самое первое видео, которое там лежит, мне пришлось все это закрыть, оно не проходит. Почему, ребята? Потому что оно запрещено к показу во всех странах. И если честно, я посмотрел вот этот отрывочек, который запрещен. Это воспоминания Дика, как он женился, да? Свадьба его в церквушке. Чего там такого запрещенного, что не проходит? Я не знаю, друзья. Меня это так взбесило. Я подал жалобу, не знаю, ребята. Сказали, через 2 суток, типа, жди, придет ответ. Я смотрел у других ютуберов именно этот момент. Все нормально, ничего там не заблочено и не закрыто. А у меня, видите ли, запрет во всех странах, короче. Я не знаю, с чем это связано, ребят. Поэтому серии по именно игре Days Gone в ближайшее время не ожидайте. Но зато мы с тобой выложим серии по Призрак Цусимы. Там тоже у нас 2 серии есть. Так что пока смотрите, наверное, их. А потом в ближайшее время, кстати, отпуск скоро. До конца января я должен уйти в отпуск, ребята. Какого числа точно не скажу. Но как только выйду, сразу вы об этом узнаете. Ну и что, тогда будем нормально с тобой рубаться. Так, видишь, немножко подлагивает игра. Это видно было сейчас по Рафаэлю, когда он брал провокацию, или что он там делал. Да, провокацию. Немножко именно вот эта вот сценка начала тормозить. Так, ладно, получи свое. Тут, кстати, 5 волн. А это же последняя волна, да, у нас получается? Ну, последний эпизод, по-моему. Тут разыгрывается у нас кто? Эйприл Кунаичи. Ну-ка. Минус, 70 уровень здесь. Да, это, по-моему, максимальный левел.
Так, переходим с тобой на четвертую волну. Вот здесь все будет легко и просто. Рафаэль делает ярость. Под яростью начинает тут, конечно, отжигать. Так, месть. Вешает на себя Усаги. Угу. Так, я хотел сказать минус. Нет, не минус, ребята, вот сейчас да. Так, морозилка, нет, уже не отхилит. И Эйприл тоже не отхилится. Опять у нас тут с тобой Ирма стоит. Ну, не Ирма, а клон ее. Почему именно ее, если Ирма, она как бы кто? Маг? Заклинатель? Слушай, по-моему, это не последний босс. Точнее, не то, что босс, это не последний эпизод. Это мы с тобой сейчас, по-моему, на Шинигами идем. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что у нас тут за ДНК дадут. А нет, это был последний. Так быстро мы с тобой прошли. Круто, друзья мои. Ну что, а теперь идем. Так, погоди-ка, что это у нас тут? Достижение? Это было круто. Так, победите норманов, которых нужно победить 500 раз. О, даже как. Ну что же, отлично. Правда, эти ДНК мне уже не нужны. Так, победите стрелков пауками 500 штук. Потом победите людей грибов 2000. А у нас сколько? Ну, еще остается 30. А нет, 130. 130 грибов убить. И получим еще свои достижения. Тут дофигища, ребята. А сколько уже получено? Так, ладно, не будем отвлекаться. Максимально, максимально. Так, я хотел пройти смятение из другого измерения. Так, друзья мои. Раз, два, три. Так. Раз, два, три. И здесь четвертый. Ну что, поехали. Сейчас будем их наказывать. Так, это у нас оригиналы. Я думаю, с ними никаких проблем вообще не будет. Как они были ватными для нас. Точнее, как стали ватными. Так они и продолжают сливаться. А у меня вертушки нету. Ты понял? Вы издеваетесь, что ли? Эй! Тихо, тихо, тихо. Я на такое не рассчитывал. Сейчас будет слив, чувствую. Друзья, сейчас будет слив. Так, минус Лео. Так, секунду. Провокацию возьмем. Возьмем с тобой провокацию. Я знаю, что они могут сейчас бедного моего Рафаэля просто уничтожить. Так, тихо. Надо будет хильнуться, скорее всего, да? Так, или волну запустить. Давай волну, наверное, для начала. Так. Теперь сделаем вот так. Шикарно. Этого добиваем. Так, это у нас кто-то? Майки, да? Иммунитет вешает. А зря. Иммунитет-то ему как раз и не понадобится. Я бы лучше на его месте, ну, бросил бы бомбочку. Ну, просто из-под тишка. Она бы, конечно, никого не смогла убить. Но зато все бы получили маленький урончик. Так, ну что, давайте сюда и зайдем. Раз, два, три, четыре, пять. Надо будет хинуться обязательно. Трындец, да как так-то? Я же всю пиццу, ребята, потратил, когда... Да, когда мы с тобой искали детали на нашего супер-шреддера. Вот так вот. А я-то думал, сейчас пробежимся. Пробежались. Ну ладно, сделаем тогда с тобой это в следующей серии. А на этом все, дорогие друзья. Будем закругляться. Всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков.